Они знают, где покупать. Сеть комиссионных магазинов «Титан» для всех и каждого. Один человек получил травмы в ДТП на улице Риммы Яровской. Там водитель Volkswagen Polo сбил пешехода. Все подробности в рубрике «Обзор аварии». Авария произошла 21 мая в 6:40 утра у дома номер 6 по улице Риммы Яровской. По предварительным данным, 34-летний водитель Volkswagen Polo поворачивал налево и наехал на женщину-пешехода. 60-летняя пострадавшая обратилась за помощью медиков. В это же время в Кирово-Чепецке произошло курьезное ДТП. По предварительным данным, водитель 14-й повернул ключ в замке зажигания и забыл выжать педаль сцепления. На первой передаче машина продвинулась вперед и врезалась в припаркованный Hyundai Creta. От удара повреждения получили оба автомобиля, пострадавших нет. В Кирове на улице Пролетарской женщина не пропустила девушку. По предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог водительница на Kia не вовремя выехала на главную. Она врезалась в Шкоду. От удара автомобили повредились, медиков на место аварии не вызывали. Вероятной виновнице аварии придется заплатить штраф в размере 1000 рублей. Невнимательность еще одной женщины привела к ДТП на улице Московской. По предварительным данным, автоледи за рулем Форда поворачивала налево на зеленый сигнал, однако она не уступила дорогу встречному водителю Приоры. Медицинская помощь никому не потребовалась, на женщину составили протокол, и ей грозит штраф 1000 рублей. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.